Добрый день! Сегодня мы научимся, как купить валюту на бирже, то есть обменять свои рубли на доллары или евро по выгодному курсу, тем самым сэкономив не один десяток тысяч рублей. После того, как ЦБ прекратил удерживать коридор бивалютной корзины и отправил рубль в свободное плавание, пара рубль-доллар, равно как и рубль-евро, движутся очень сильно, порой изменяясь более чем на 10% внутри одного дня. В такой ситуации банки выставляют курс обмена валюты запасом, чтобы не потерять на конвертации. Приведем пример. Текущий курс доллара ЦБ составляет 54 рубля за 1 доллар. Курс обмена валюты в одном из крупных банков на покупку 51, на продажу 57 рублей за доллар. Если вам нужно купить валюту, допустим доллары, то обычно вы идете в обменник, в банк и покупаете. В нашем случае за 57 рублей за 1 доллар. То есть переплачиваете 3000 рублей с каждой 1000 долларов. Есть отличный способ избежать переплат и покупать валюту по курсу, максимально приближенному курсу ЦБ. Для этого вам понадобится. Всю процедуру можно проделать за 1-2 дня, после чего у вас появится возможность в любой момент купить валюту по курсу ЦБ, как для себя, так и друзей, для родных и близких, сэкономив при этом десятки, а то и сотни тысяч рублей.